Ну, значит, насколько я помню, я гнался за этими двумя лордами королевства Свадия, граф Регас, граф Стаммар, да, у них тут в одного 6 свадийских рыцарей, у другого 3. Ну и понятно, что сейчас я их раздолбаю и ихних рыцарей присвою. Как они хитрые разбежались. Да, Регас. Ну, я не буду это все. Так, я грязное ничтожество, да. Все, поехали в атаку. Отлично. Посажу конницу верхом. Достану свою дубинку. Катруся убила свадийского сержанта. Вот они, эти рыцари, вот они, эти рыцари. Собака-то не, а? Теперь оглушена свадийским тяжелым всадником. Пора уже ей это самое. Какой настойчивый этот рыцарь. Одного я оглушил. Второй. Эсквайр. Это не рыцарь, это эсквайр. Да, свадийские рыцари, конечно, крепкие ребятки, тут ничего не скажешь. И сержанты их не наглые, эти нагломордые. Всадники, которые оглушили здесь там мало. Так, это они там за рыцарем, блин. Нет, тут какой-то сержант. Гвардейца личного круга убили. Да, с сводами тяжелые, потери всегда они. Поле они вообще хороши, конечно, с водами, ничего не скажешь. Рыцари у них эти. Ребятки, конечно, такие, непростые. Ну ты, ушел. Да. А, хорошо. Хорошо, хотя бы двоих я оглушил. Это уже хорошо. Судийский рыцарь, это благородные гвардейцы, да. Ну, это решательно. Что не говори. Победили. Кто там у нас это был? Регас какой-то, по-моему. Да, Регас. Угу. Да, вы славно бились. Он хоть там на меня и обижается. О, у меня 3 рыцаря, отлично. Сержант, всадник, тяжелый всадник и мечник. Ага, хорошо, есть латный доспех. Ну что тут еще? Пару копий, сапоги, перчатки и
значит, нагрудник, Моргенштерн. Ну, все остальное будем продавать. Собираю 21 вещь и разворачиваюсь за вторым лордом, где он там побежал. Стамар. Ага, мы снова встретились. Как долго мы не виделись и нафига ж мы встретились. Дважды не повторяю. И атакую. Сажаю конницу в ком. Да. Опять охота за рыцарями. Сквайры уже перебиты, хорошо. Хана убила свадийского рыцаря. Это плохо. Еще одного рыцаря убила хан. Хан, ну что ты сделаешь? Где взять оглушающие копии? Их нету. Купить невозможно. Я с удовольствием бы купил. Голову, рискуя жизнью, пытаются его глушить. Жучара рогатый. Ты сквайр. Рыцарь оглушил гвардейцев тесного круга. Да, в этот раз мне не удалось оглушить ни одного рыцаря. Три. Тоже три. Так, ну ладно, графа Стамара. Блин. Я хотел его отпустить. Ну, сейчас я его отпущу. Вот еще у меня есть рыцари. Сержанты, свадийские тяжелые пехотинцы. Готово. Доступ к вещам. Еще две брони. Понятно, что весь этот мусор мы выбрасываем, возьмем. Вот, у нас есть тут шлемы, рукавицы, две брони, лошадь есть, слава богу. Щиты, рыцарское копье. Нормально. Остальное все мы позволим. И возьмем то, что подороже стоит. 10 вещей из 38. На продажу. О, я не глянул. А Катрин. Ага, ну все, хорошо. И Катрин, и Мотель у меня не улучшают, не апгрейдятся автоматически. Это хорошо, просто чтобы не сбрасывали вещей, потому что, ну, так, леди Тамара. Поговорим с леди Тамарой. О, своих навыках расскажи мне. Леди Тамара. Я не знаю, ей очень много надо всего давать. Ей нужна и харизма, и интеллект, и все ей надо. Давай начнем с интеллекта. Интеллект, интеллект, интеллект. Нет. Ну, начнем с ловкости. Дадим ей железную кожу и вложимся в одноручное. А то
готово. Продолжим наш путь. Элла. Поговорим с Эллой. О твоих навыках, Элла. У Эллы 15 силы. И, конечно, мы мощный выстрел дадим. Готово, Элла. Так, Хана. Поговорим с Ханой. Убила двух рыцарей. Да, расскажи о своих навыках, Хана. 14 интеллекта у Ханы. И мы ей дадим тактику. На то. Неважно. Так, все. Не все. Еще не все. Надо поговорить со свадийскими рыцарями. У нас получают по 1000 золотых. И у нас есть уже 20 благородных гвардейцев. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, ближайший город к нам — это Куров. Да, мы поедем в Куров. Или в Ривайдин, сейчас посмотрим. По-моему, я забрал всех своих свадов. Да, свадийские конные наемники. О, да тут господин Джон Харрингтон, который ограбил нашу деревню Джаек. У него вообще нету рыцаря. У него какие-то мамилюки. Наверное, господин Джон Харрингтон. Угу. Великий князь присоединяется. Наверное, мне надо, чтобы к князю лучше присоединиться. Я что-то поспешил. Ага. Да, мое имя Вен, ты скоро услышишь, аудиенция окончена, у меня дела. Я подожду, чтобы Яроглек присоединюсь к нему, буду его сопровождать. Отлично. Я поддерживаю Яроглека. Сейчас мы раздолбаем Джона Харрингтона. Ага, все. Конница у нас здесь верхом. Плохо, конечно, что у него столько много пехоты и столько мало конницы. Моя конница сейчас получит, короче, хорошо. Пока его пехота здесь вырисовывает какие-то фигуры по этому холму. Вон, всех. И Даниэля, и Дасона, и Лукаса, и Грейс, и Матильд. Да, придется, наверное, слазить с лошади, брать в руки топор. Опа! Пока брал топор, прозевал удар. Рыцарский удар копьем. Так вот. Ну, пока что Джон Харрингтон нас крепко бьет. Ну это такое дело, сейчас подъедут решатели, и понятно, что Джону Харрингтону будет как-то так нехорошо. Бежит его пехота. Это вот Джона Харрингтона.
арбалетчики оглушили леди Тамару. Жорю, это пока не заспавнилась конница. У Ираглека очень много пехоты, поэтому конница составляет малую часть. Да, я могу потерять своих благородных гвардейцев, конечно, здесь. Потому что мало конниц. Труся наша. Ну, в одиночестве практически. Начала спавниться конница. Благородные гвардейцы, гвардейцы личного круга. Хоть в неудобном месте для конницы, конечно, бой происходит. Ну, однако, видно, что конница, конечно, одолевает. Пехоту. Неприятно, конечно. Этот неприятный удар копьем этот, конечно, да. Ничего не скажешь. Понятно, что господин Джон Харрингтон проиграет полную силу. Здесь все. Остались его арбалетчики, которые сейчас добьют. И все.
все, мы победили. Неприятный удар копьем, конечно. Очень неприятный. Убито одного благородного гвардейца. Двух гвардейцев личного круга и четыре людолова. И вся моя эта самая конница из моих этих самых. На. Продолжить. Атаковать противника, у которого 5 человек осталось. Ну, уже заспаунилась моя конница в основном. Сейчас я посажу верхом. Арбалетчики, которым удалось сбежать с поля битвы, продолжить, все 5 ранены. Ага, да, хорошо. Ну да, Харрингтон, отныне ты у меня в плену. Все. Ну, тут у него какие-то конные стражи, тут горцы. Ну, все остальное такое вот. Ерунда из ерунды. Готово. Доступ к вещам. Доступ к вещам. Назад, я же говорю, позволить доступ к вещам, и 9 из 39. Все, поедем в Саргут, где продадим шматю, которая на это самое. Я не додумался, надо было перед битвой, как всегда, я не это самое. Так, София, поговорим с Софией о твоих навыках. София, дадим ей, значит, 14 силы. Готово. София, пока что ты готова, пока что. Так, как всегда, как всегда, я не додумался, значит, сбросить все эти вещи кому-нибудь. Кому мы там собирались? Кто у нас там был? Амуниган, Малай, Пьян, Дасон, Амден, Лукас. Лукасу, наверное, я не знаю. Так, о твоем вооружении, снаряжении, на твое имущество, Лукас. Ну да, Лукасу, кому ж еще. Большой двухручный меч. Шлемы. Брони. Неважно. Где наша Матильд? Ну, Матильд хорошо одета, все в ней прекрасно. Угу. Да, Лукас. Поговорим еще с Лукасом на твое вооружение, на твое имущество. Ну, просто возьмем и заменим вот это вот, эту еду на... На все остальное, на доспехи. Так, назад, неважно. И, ну, не знаю кому, последнему кому-нибудь, типа Жасмин, наверное, поговорим с ней. Твое имущество и большая арабская лошадь у меня здесь есть, большая сарнийская лошадь. Что у нас тут с едой вообще-то? Мы, наверное, одну говядину здесь пока оставим. Угу. Назад. Неважно. Амбре отдадим меч. То имущество, и у Амбре будет еще большой двухручный меч. Не знаю, зачем я набираю этих мечей, но пусть будут. Вполне возможно, я надумаю поменять, как сказать, тяжелым лучникам мужского пола двухручники и топоры на мечи. Так, на рыночную площадь торгуют оружием. Отбалансированный длинный эльшпис, легкие гарпуны, тяжелые двухшипные, тяжелые бронебойные. Прекрасно, мы их возьмем, конечно. Ага, тяжелые двухшипные,
тяжелый бронебойный отбалансированный альтшпиц. Возьмем. Назад. Ну, посмотрим на... Ну, тут на лошадей не машу смотреть, я и забыл. Так, трое с доспехами. Ну, здесь такие доспехи, которые мы не будем покупать сейчас. Уйдем... А, нет, еще зайдем в таверну, продадим пленных. Угу. Хозяин таверны. Я привел несколько пленных, хочу продать. Нет. Отмена. Свадийских сержантов, свадийских всадников, свадийских тяжелых всадников, свадийских тяжелых мечников и всех остальных. Так, конных стражей. Нет, отмена. Продать. Продать свадов, только свадов. Всех остальных оставляем. Да, отпускаем графа Стамара. Готово. Неплохо было бы Харрингтона, конечно, отпустить, я не знаю. Я поговорю с графом Стамаром. Граф Стамар, вы свободны пойти. Он улучшает свое мнение до с минус 5 до плюс 5. Я не забуду это акт Голландии. Ну давайте и Харрингтона этого отпустим. Да, вы свободны пойти, граф. С минус 6 до 4. Ну, не забудет он. Забудет, конечно, так скрипты настроены, что он забудет. Дело такое. Угу. Ну и я продолжаю, значит. Не знаю. Малые отряды врага около замка Эсмирала. Мне бы, конечно, надо было бы где-то как-то так вот съездить куда-нибудь, типа в Шарис. И, в общем, мне уже надо задумываться на том, что как мои воины сражались за меня, а не за Яроглека. Вражеская армия около замка Радагира. Что, он в осаде? Нет? Кто там у нас есть? Ну, он Крамук проскочил. Сумбуя. Они нападают на Сумбую. О, ну и тут их гоняют уже как... Тихо. Граф Динар тоже конницы нет. А, Рис. Один тяжелый всадник у Риса и один сержант. Тредиан, два рыцаря. Шесть тяжелых всадников. Да, что-то у свадов не очень. Не очень. Ну, у меня что тут? Конница, конница, моя конница. Ниже Жасус, Конор Стивен. Ниже, 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 ниже. Они не для того у меня, чтобы они сражались. А для того, чтобы они обеспечивали моему отряду вот эти вот свойства. Зоркость, поиск пути и слежение. Готово. Ну, я не знаю, я могу Дельнарда, наверное, разгромить. О, тут мне... Так, сдавайтесь, граф Уильям Дельнард. Не-не-не-не. Все за мной. За мной. Нет. За мной, за мной. Мы не повторим той ошибки, какую мы в прошлом бою повторили. Вот эту глупую ошибку. Мы подождем, пока пехота добежит. И вообще мне понятно. А, это не моя пехота, это чья-то другая пехота. Вон ведьская конница. Сейчас вот она погибнет, эта ведьская конница. Старшие дружинники. А мы подождем, пока вегерская пехота добежит. Да, отправим всех своих бойцов.
смотрю. А теперь вот, значит, все вот так. Постараюсь не повторить той ошибки, которую я повторил в прошлом бою, тут у меня мало жизни, но все-таки. Как мы помним, у Деминада нету. Да. Не, наверное, надо. Где-то там моя боевая лошадь. Угу. Ты моя красотуля. Ага. Или красотуль. Где там? Я тебе под броню не заглядывал. Убит. Ну, моих тоже людолова убивают. Да, с людоловами плоховато. Обычно при тестировании у меня всегда получались огромные толпы людоловов, которые, ну, просто огромные. Ну, вообще-то такой, не знаю, кому что нравится, но для меня это основной боец, конечно. Вот. Личного пива убитый, вот заспаунилась моя конница, слава богу. Угу. Для меня людолов это основной боец, который, ну, понятно, что. Да, то как ни крути, уже надо это самое. Развязываться с этими свигирами и уже начинать строить, наверное, свое королевство. Ну, я сейчас попробую, я не знаю. Мне надо будет еще хотя бы один замок. Личного клуба убили. Саша, куда ты бежишь? Деятель. За мной так упорно гнался, так быстро бежал еще. Почти догнал мою лошадь. Ну, в этом моде не надо там ждать, пока это самое. Тебе там не дадут, ты там должен обидеться на этого, на сюзерена там вот. Ах, ты так не со мной поступил, и тогда я в этом моде можно. Просто сейчас поехать к Ирагбеку и сказать ему, слышишь, ты мне надоел, я с тобой, короче. Ну, правда, после этого ты, конечно, будешь с ним воевать, это понятно, с фуирами. Угу. Но в любой момент ты можешь с ним...
Надо уходить отсюда. Лошадь получила 4 урона. Куда, в копыта или что? 4 урона нанесли. Сколько там их осталось? Ты как не могут. Тяжело, когда смешанная вот такая вот банда там. Моя конница уже прискакала, ихняя пехота там где-то еще бежит. Понятно, что моя конница тут сразу резко получает все. Ну, пока что здесь нет такой системы управления. Ну, я так... Я примерно знаю, ну, в смысле, вот этот прибат ордер там, ну, где там все эти тактики, стратегии. Тут пока что в этом моде нету. Ну, я примерно знаю, как... Какую это самая стратегию хочет. Я видел там в одном моде. Она такая. Плюс там он еще хочет что-то добавить. Короче, здесь будет достаточно сложная такая система управления войсками в бою. Система там настройки, подготовки армии перед боем. Здесь будет все так сложновато, конечно, это все сделано, насколько я так думаю. Хотя, может быть, с одной стороны гораздо проще. Ну, не знаю я. Ну, будет здесь такая система. Это самое. Там, я же говорю, что... Я в одном моде видел это вот примерно то, что он хочет сделать. Я видел в одном моде. Ну, так, нормально. Не хуже, чем других. Так хорошо. Ну, не знаю, посмотрим. Ну все, мы добиваем этих свадов. Еще заспаунились бойцы. 350, по-моему, было. О, если так, то это уже, конечно... 200 240, еще 100 человек спаунится. По-моему, было 350. Или 250. Нет, спаунятся еще враги новые. Да, 350 их было. Это еще 100 человек. Я уже, конечно, в битве никак участвовать не буду. Потому что, ну, жизни абсолютно мало, не хочется просто. Ну, надоело мне это, что убивают там, ну, что-то. Можно, конечно, там поездить где-то, помахать там этой самой дубинкой непонятно где. Решу примерно вот такую. В общем, это не особо весело. Сейчас меня все равно застрелят. Остались одни арбалетчики. Говорю, арбалетчики, конечно, это слабая пехота. Ну, именно потому, что они-то вообще-то не слабые ребятки, так это. Ну, именно потому, что арбалетчики, когда заспауниваются, они, значит, сначала, будем говорить, пытаются применить основное свое оружие. Да, сколько там убили? Вот. Основное свое оружие. Основное оружие у него арбалет. И поэтому пока он не может выстрелить, потому что расстояние маленькое. Или там пока он достает, прицеливается. 320, продолжить. Ну, Лем Дельнар сбежал, граф Рис. Ну, можно взять его в плен, этого несчастного графа Риса. Но брать мы его не будем. Вы славно бились, я вас отпускаю. Мы возьмем секирщика, конечно, возьмем. Всадника возьмем, ратника возьмем. Ага. Караульного возьмем, охранника каравана возьмем. Обязательно возьмем. Чем будем стесняться? Нам эти люди все пригодятся. Так, готово. И доступ к вещам. Ну, здесь хорошо, очень все хорошо. Здесь у нас есть ладный доспех. Ладные поножи, лошадь. Рыцарская. Пару копий, топор. Тут эти
Моргенштерна, и все прекрасно. И все остальное собрать, остальных 18 вещей. Да, и едем мы в Ривайдин. В лагерь надо зайти. Повозка с походным арсеналом. У нас тут есть много места. Мы сюда сбросим отбалансированный длинный эльшприз. Вот эти все вещи мы положим сюда. Ага. Какие-то порывы этих самых поляксы. Ну, свадов. Такие ничего себе. И стрелы мы, значит, отдадим, конечно, как всегда, Аве. Поговорить на твое имущество, Ава. Вот тебе стрелы. Назад, неважно. Ну, все, сейчас подадим охранник каравана поговорить с тобой. Будешь охранять моих рабов. И, в общем, мы сейчас, короче, продадим в Ривайдине пленных там. И, вон, Тридиан бегает. Хай не гоняется за этим Тридианом. Тридиан такой шустрый. Так, что это такое у нас? Садистские застрельщики. Это у нас дезертиры. Арбалетчики, норские лучники. Сейчас продадим все в Ривайдине. Что-то там отдали Мормону. Наверное, замок или деревню эту. Так, на рыночную площадь. Торгуют с оружием. Тяжелые бронебойные стрелы. Это хорошо. Так, тут мы продаем все. Вот эти шлема, эти рыцарские, свадийские. Ага. Перчатки, болты, тут такое. Ну и купим мы длинный лук. Он нужен нам. А вот тяжелые бронебойные стрелы мы купим. Так. Зазубренный двухручный меч гвардии. Назад по лошадей. Лошади. Здесь одни вьючные лошади. Не вернуться. И в таверну. В таверне хозяин. Это таверна, значит, привел несколько пленных. Хочу продать. Ну, вот этих свадов продадим. Ну, все. Готово уйти. Отряд, Ава, получи стрелы на твое имущество. Тяжелые бронебойные. Неважно. Ну, будем двигаться в сторону Шариза, чтобы разобраться со своей армией. Угу. Или в один патруль тут. Так. Ну да, ну это уже все будет в следующем видео. Да. Ну а пока что все.